Здравствуйте, друзья! Вы знаете, что мы едем во Флориду. На этой неделе в четверг мы вылетаем. И я предполагал, что мы где-нибудь вот на этих выходных, в субботу, может быть, соберем наших зрителей, подписчиков, где-нибудь там помещение снимем и так далее. Но тут неожиданный такой прорыв произошел. Дело в том, что там полчаса езды туда, на север, от того места, где мы поселимся, есть такой городок Бока-Ратон. И там потихонечку, знаете, вокруг него растет вот то, что называется русская комьюнити, Russian community. И там есть энтузиасты, которые собирают партии такие, знаете, когда сезон там, жара спадет. Вот они собирают эти партии, и мы этих вот энтузиастов знаем, я боюсь соврать, наверное, уже лет 10, ну, может быть, 9. Я помню, когда они только приехали, грин-карт лотерею тогда выиграли, вот, и мы тогда с ними общались. Это не было связано с нашим каналом тогда, это было в связи с тем, что я активен был на форуме «Говорим про US». Но я уже тогда где-то их так мельком заснял, я тогда снимал. Не помню, там вывешивал, не вывешивал, но, во всяком случае, снимал. Было это в Аризоне, вот мы с ними там туда по Аризоне погуляли немножко. В общем, потом они уехали во Флориду. И вот живут теперь там, работают, все у них хорошо. И я вам покажу обоих, там и муж, и жена, там еще у них мальчик. Ну, мальчик уже большой, можно сказать, дяденька стал за это время. И вот собирается партия очередная. Партия эта собирается в субботу 8 декабря. В субботу 8 декабря в парке в городе Бока-Ратон. Я все ссылки дам в описании к этому видео, чтобы не было тут голословно никак. Вот я туда все ссылки. И если что-то будет меняться, я, соответственно, в этих же ссылках и буду подправлять. Значит, начинается эта партия официально с 2 часов дня. Это не значит, что все, кто хочет подойти, должны подойти именно к 2 часам. Вот. Если бы нас там не было, то, может быть, там и без нас было бы там человек 50, 60, 70, я не знаю. Вот. Но, с другой стороны, я не знаю, сколько нас будет. Вот я могу снять зал, но на сколько вот там, на 500 человек, на 100, на 30, тоже не знаю. В общем, я подумал, что это будет неплохой идеей собраться вот там на свежем воздухе и заодно там познакомиться и с другими ребятами. Это не в самом Майами, но наши зрители живут, в общем-то, не только в Майами или в Форт Лаудердейл. Они живут и в Бока-Ратон, и там рядом городочки есть. Вот, может, кто-то из Орландо подъедет. У нас довольно много народу в Орландо. И я, в общем-то, не удивлюсь, если прикатит какая-нибудь веселая компания оттуда тоже. Я с удовольствием поснимаю, и ребята что-нибудь расскажут. То есть вообще это здорово. Обычно мы в помещении собирались, но там в помещении, знаете, в чем проблема? Там сложно записывать, потому что помещение большое, гулкое, микрофон так не вытягивает, чтобы всех записать. Ну вот в лучшем случае, если я там, может, на вопросы отвечаю, то меня пишут, а там что люди спрашивают, уже нет. Вот, а здесь мы так, может быть, в маленьком кружку. Ну, поглядим. Во всяком случае, мне эта идея пока что очень нравится. И вот я приглашаю. Да, там неограниченное пространство. Единственное, что надо с собой приносить у кого чего. В принципе, вы знаете, в парках распивать не положено. Вот. Некоторые люди, конечно, там как-то под столом втихаря разливают. Но мы со Светой не пьем. Нам проще, поэтому так выпить с нами, друзья, не удастся. То есть с нами можно сфотографироваться, но не выпить. Да. Ну, то есть, я могу там символически 50 грамм там за вечер, но там красненького какого-то, не больше. Вот. Значит, надо с собой какую-нибудь еду привезти. У них есть страничка в Фейсбуке. Я думаю, что можно будет там каким-то образом, значит, поспрашивать, договориться, сорганизоваться там, я не знаю. Во всяком случае, я думаю, что слияние там двух больших тусовок, оно на самом деле на пользу каждой из этих тусовок и, наверное, еще и знакомых
общих там найдется у людей. В общем, мне пока что очень-очень нравится эта идея. Таким образом, я официально как бы назначаю встречу на субботу, 8 декабря, от 2 часов. Вы можете сказать, а до которого часу? Честно сказать, не знаю. Ну, до 8, может быть. Да? Давайте так, сколько мы там выдержим, я не знаю. Вот. Ну, например. Ну, вообще, если уже приходить, то уже приходите там день до 6 хотя бы, правда? А там уже там еще пару часов будет, мы поболтаем. Все, друзья, счастливо и до встречи во Флориде.